Спорт день за днем представляет проект «Территория спорта день за днем». Санкт-Петербург – северная столица российского спорта. В каждом районе города есть площадки и арены, которые способны удивить. Мы расскажем, где можно полноценно тренироваться, не отходя далеко от дома и от места вашей работы. Паркур никогда не выйдет из моды, во всяком случае, пока его продвигают в играх про ассасинов и в фильмах про Человека-паука. Единственная проблема этого благородного и активного вида спорта – обычные горожане отнюдь не рады, когда кто-то скачет рядом с ними по стенам а-ля Питера Паркер. Поэтому паркуристам лучше тренироваться там, где они отделены от обычной жизни. В Сестровецке на улице Володарского, 31, решили эту проблему путем создания огороженной площадки для занятий паркуром. По идее, она предназначена для детей. Препятствия достаточно простые и более-менее безопасны. Однако здесь можно проводить соревнования по акробатике юношеского уровня и даже по скалолазанию для начинающих профи. Разумеется, сейчас в Санкт-Петербурге множество высотных скалодромов с куда более впечатляющим оборудованием. А туристы и отдыхающие скорее предпочтут веревочный парк, где можно сперва напрячь все силы, а затем хорошенько расслабиться. Однако в этой простенькой площадке есть своя уличная прелесть. Именно здесь хочется увлечься паркуром как смыслом жизни, а не просто отдохнуть на выходных. Площадка, между прочим, отлично подходит для гимнастики серьезного уровня. Разновысокие брусья годятся для всевозможных упражнений на руки, от элементарных до очень сложных жимов. Это альтернативный способ использования локации, который вполне может заинтересовать юных гимнастов. Несколько лет назад на этой спортивной площадке проходил целый турнир. Участники соревновались в ловкости, прыгучести и цепкости. Выступали воспитанники подростково-молодежных центров региона и спортсмены из Санкт-Петербурга. В соревнованиях приняли участие около 30 паркурщиков. Соревнования проходили в двух возрастных группах – юноши и девушки 10-14 лет и юноши и девушки 15 лет и старше. Ребята показали свои навыки и мастерство в нескольких дисциплинах – акробатика, полоса препятствий и скалолазание. В целом, эта спортивная площадка оборудована в соответствии с требованиями проведения соревнований различного уровня. На самых сложных этапах юных участников во время турнира страховали опытные спортсмены-паркуристы. По окончанию соревнований судьями были определены лучшие спортсмены. Победители и призеры двух возрастных групп были награждены медалями, дипломами и призами. Вообще, паркур – это дисциплина, которая заключается в быстром и эффективном преодолении препятствий. Это не только совокупность навыков владения телом, но и отличный способ поддерживать хорошую физическую форму. Если вы уже устали от обычного бега или от обычной ходьбы, то паркур – это интересная альтернатива, которая позволит вам вывести свои тренировки на более продвинутый уровень. We'll be right back.